Всем привет, ребята! И сегодня я вам буду рассказывать, как получить робуксы бесплатно, так как у многих людей робуксов нету, им не хочется их покупать, а хочется иметь классный скин, классные привилегии в Роблоксе. К сожалению, на данный момент в Роблоксе без робуксов просто никуда. Робуксы нужны на все 100%, даже для того, чтобы просто комфортно играть. Также сейчас робуксы есть в абсолютно всех играх. Если у вас нет робуксов, так скажем, вы не очень можете играть в Роблокс. И сегодня я вам покажу, как их добыть бесплатно, что делать, если вам не разрешают просто покупать эти робуксы. Итак, заходим на Roblox Land. Скорее всего, если вы интересуетесь такими видео, вы не раз заходили на такой сайт. Но сегодня я буду рассказывать подробную инструкцию, как, что на нем делать, что к чему. А здесь я сейчас изучу вам сайт. Здесь Earn Robux, первая вкладочка вот там вот сверху. Это получить робуксы, здесь вывести, здесь промокоды. А здесь можно кому-то перекинуть робуксы или участвовать в giveaway. Вот, в принципе, это весь такой тур по сайту. Просто мы нажимаем на любое задание, нажимаем continue, не знаю, как это переводится. Ну, вернее, не знаю, как оно читается. И здесь нам уже сразу выпадает опрос, то есть вы подтверждаете все, соглашаетесь, проходите опрос полностью до конца и получаете за это 16 робуксов. После этого вы их выводите на аккаунт. Проходит 5-7 дней, робуксы уже у вас на аккаунте. Если вы создали аккаунт в Роблоксе недавно, то это может занять до 14 дней. Если вашему аккаунту уже больше 3 месяцев, то это может занять 5-6 дней. Чем мне нравится этот сайт? Итак, он не тупит, он большой, он очень удобный. И, естественно, здесь очень много заданий, и вам дают робуксы просто за ваше время. Очень классно, очень удобно. Просто скачивайте приложения, которые вам тут говорят, предлагают. Переходите по всем ссылочкам и просто делайте робуксы. Классный сайт, всем советую. Надеюсь, у вас все получится. Пишите свои вопросы в комментариях, если они возникнут, или сразу в службу поддержки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.